Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение Киберпанк 2077. Итак, ну что, продолжим прохождение побочных миссий. Следующая миссия у нас — ухабистая дорога. Нам нужно добраться до указанной точки. Давайте добираться. Музыка здесь, конечно, ебошит, блять, знатно. Я звук в наушниках даже чуть-чуть убавил. Так, здесь тусня, все это же хер выебисто стоит. Блять, ты кто такой, блять, непонятно. Чё, пора мне почки поменять. Почки поменять? Ну, наверное. И чё тебя все фоткают, блять, ты кто такой, блять? Так, вот быстрое перемещение, наше все. Блять. Короче, я мискликнул опять. В общем, как-то неудобно. Просто нажимаешь какое-то место карты, пытаешься переместить, и она бабах и перемещает тебя в куда-то непонятное, неопределенное место. Вот. И всегда такая карусель сверху у нас. Так, выбрать место. Выбираем. Вот сюда. Вот. Ого, как далеко это, что такое? Это пустоши. Посмотрим, что там на пустошах. Дакота Смит. Планируешь купить новую тачку? Блять, они реально уже, блять, в печенках сидят, эти новые тачки, блять. Пока нет, денег нету. Пластилиновая моя машина. Вау, как ты меня чуть не сбила. Но у меня есть двойной прыжок. Еще раз спасибо, так. Да, не за что, обращайся, братан. Ходил, забрал книжку, отдал 7500, получил 11, хотя он обещал в 2 раза больше. Ну да ладно, так тоже сойдет. Вот, а это новые мусорки. Точнее, новые, это мусорки в 2077 году. Просто горы мусора. И убирать их никто, похоже, не убирает. А чё ты просто остановилась? Чё такое? И не газует? Так, ты кто у нас? Привет, Пит. Привет. У тебя есть халтура. Чё надо такое? Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли её на куски. Подробности я отправила в письме. 100 лет не виделись, подруга. Ну что, рассказывай, как ты? Да, это та самая первая тачка. Так, Дакота Смит, тип заказа кража. Ну, может быть, потом посмотрим. Подняй капот. Движок теплый. Только недавно заглушили. Двигатель в говне. Зажигания, свечи. Распредвал кто-то подлечил. Так, а это что? Кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозуху. Только вот... разбавленную. Ха, масло сменили, но оно старое. Слили с другой развалюхи. Ну ладно, все ясно. Эй, алло, убери руки от моей тачки! Обана, ты че это, блядь, охеревшая, блядь? Чего? Да это моя тачка! И что же ты бросил ее ржаветь? А, блядь, не твое дело, надо было. Не твое дело. Не мое дело? Знаешь что? Я столько сил и труда в нее вложила. Лишь бы это корыто завелось. Ну, выебнемся, значит. Начала бы с электродвигателя, быстрее бы вышла. Ха, много ты понимаешь. Да хуя ему. Он часто клинит. Очистишь его от копоти и остатков масла, и будет как новенький. Бля, а я дроссель целиком заменила. Вот, видишь, только владелец может знать тачку до винтика. Бывший владелец. Это теперь моя тачка.
Как только она заведется, я свалю из города в клубах сизого дыма. Угу, интересно, блядь. Оставь себе машину, почему ты так... Почему ты хочешь съебаться из города? А что случилось? Почему ты хочешь уехать? Раз ты спрашиваешь, значит, никогда не поймешь. А ты попробуй, расскажи. Да что рассказать-то? По сторонам посмотри! Грязь, гниль и говно! Я больше не хочу здесь жить! Не могу. Ну, так-то да. Это верно. Ладно. По доброте душевной я дам тебе эту тачку. Забираю. У меня вон там круче стоит припарковано. Так что оставь все себе. Все приводы только ржавые. И что? Лучше замени, а то поддашь газу и хана. Быстрее тридцатки сейчас лучше не разгоняться. Погоди. Так что, я могу ее забрать? Да, можешь ее забрать. Мне она все равно без надобности. В городе от нее толку мало. Доброй тебе дороги, умничка. Господи, спасибо. Не знаю, что и сказать. Ну и ну, кочевник решил осесть. Бывает же. Трудно строить планы, когда у тебя в голове тикает бомба с часовым механизмом. Если тебя это утешит. Бомба с часовым механизмом тоже не в восторге. Да я знаю, Джуни, не обижайся. Ладно, погнали отсюда. У меня тут прямо мурашки. Ну, не пинай, а то, блядь, заберу обратно, блядь. Охеревшая, блядь. Так, ладно. Сделали доброе дело, теперь можно двигать отсюда. Так, а ты у нас с места сдвинешься-то? Блядь, просто стоит, ладно. У нас есть еще два красавца. Да не ты, блядь. Правда, блядь. Так, Аполло Скорпион. Вызываем Аполло. Куда он подъедет-то? 163, 161. Так, я правильно иду. Где-то вон там. Вон он едет. Так, ладно, пока посмотрим, какой еще можно. Вот, два товарища. Попробовать поговорить с Барри через несколько часов. Вот. Ходим туда и поговорим. Доедем до какого-нибудь быстрого перемещения. Вау. Все, поехали. Так. Так, нужно быстро перемещение. Надо на карте чекнуть, где она есть. Прямо вон. Отлично. Не надо долго куда-то ехать. Так. Быстрое перемещение. Так, а где этот дом Барри-то? Где-то в этом районе, по-моему. По-моему, пусть будет тут. Где-то там. Это наш дом. Получается. Наш сосед. Вот. Придем сейчас туда. И если вдруг еще нельзя с ним поговорить, поднимемся наверх. Чуть-чуть поспим. Да, это наш дом. Мы хорошо попали. Так. Да, вот она, наша хата. Так, спустимся сначала вниз, посмотрим. Что там? Что-то изменилось, не? Где его дверь-то? Вот это? Нет. Вот это? Нет. Так, а где его дверь-то? Вот это? Нет. Ладно. Так. Действий никаких нету. Пойдем, значит, чуть-чуть отдохнем. Ой, дом, милый дом. Давно я здесь не был. Так, сон, лечь спать. Давай, на подушечку. Ты уже... По-моему, дня три мы ходили, бегали, прыгали. Единственный отдых был, это подождать. Возле какого-то определенного задания. Возле церкви ждали, потом там еще где-то ждали. Вот, у нас теперь появился значок, появился путь, куда можно пойти. Вот
открыть его дверь, постучать. Барри, я ничего не перепутал? Ну кто там? Это я, Ви! Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион, а я сказал, что это говно для позеров. Ну помню, тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Ого! Да, чего тебе? Ты как там, брат? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Да, у меня тоже умер друг. Заходи. Джеки Уэллс его звали. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба, но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь, а кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все, и это к лучшему. Мендес прав, нужно взять себя в руки. Поднять жопу и послать мир нахер. Да что ты, я должен типа взять и забыть, что я видел. Пацана этого и даже Эндрю. Они мертвы, а ты живой. Нельзя застревать в прошлом. Ничего не изменишь, если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе. Короче, хватит с меня. Как скажешь. И че, и все? Это был задушевный разговор? Так, ну, выйдем, поговорим с полицией теперь. А, это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже! Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Я откуда знаю? Сам спроси. Да я уж спрошу. Видать, истерику-то он прекратил, раз пошел ныть по соседям. Не знаю только, то ли в морду ему дать, то ли стопарь налить. Спасибо за помощь. Возьми за труды. И это все, что ли? Так, попробовать поговорить с Барри через несколько часов. Ну ладно, поднимемся еще раз, поспим. Подождем. Что там скажет нам этот пацан? Ну, в любом случае, убиваться горем все время нельзя. Чуть-чуть погрустил, да и все, и жизнь продолжается. Жить надо дальше. Парень, ну ты кончил. О, блядь. Я же не хотел. Но, прости меня. Чё, блядь, случилось? Прости. Чё такое? Алло. Мендес, поздно уже. Он тебя не слышит. Ты был сильный, Барри. Железный ты был. Слышишь меня? Сукин ты сын. Прости меня. Я не хотел. Правда. Прости. Так что случилось-то, блядь? Никто ничего не скажет.
Чё охренеть? Уходи! Считаю до трех. Так, ладно, 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 все, ухожу, ухожу. А теперь выметайся, без всё. Фокусов. Я понял, окей. Блин, он типа засуицидился? Это вообще капец. Так, ладненько. С этим мы закончили. Теперь, так, уличная. Shoot is Night City. Это неинтересно. Так, оседлавшие бурю. Встретиться нужно с Панам. Так. Ну, давайте встретимся с Панам. Так, используем быстрое перемещение. Спрашиваю в последний раз. Значит, она там хотела напасть на обидчиков, честно, уже не помню. Куда, чё, кого? О, не понял. Так это чё, где-то рядом? Ну ладно. Вон, 45 метров. Ну, пойдем, сходим. Что она только у нас тут делает? Вот что интересно. Нет, прости. Я правда не могу. Так, вызвать лифт. А чё за... What the fuck? Ну ладно, вызываем лифт. Пешком предлагаете нам идти? Так, вызвать лифт отключено. Вот он. Поднимается, молодец. Он только на меня работает. Это личный мой лифт. Так, выход. Какие-то разговоры задушевные. Так, это крыша. Джуди Альварес. Ви, привет. Так. А так, так, привет, спасибо, пожалуйста. Оба-на, смайлик, а чё такое? Ну давай, звони, если чё, заскочу. Новое задание, беседы о революции какой-то у нас появилось. Так, и куда нам теперь? Ох. Ну сразу нельзя было показать, то что нам надо сюда. Так, ладненько. Используем быстрое перемещение здесь внизу. Она где-то через дорогу была. Так, где тут? Да, черт возьми, где оно тут стоит? Я ж помню точно, оно внизу есть. Так, ладно, воспользуемся картой. Идем. Так, ну это наверх. Путь. А есть где-то рядом? Типа вот этого. 100 метров. Не хочу это опять на лифте ехать, подниматься, ждать, пока он приедет. Вот быстро добежим и переместимся. Так. Выбрать место. Выбрать место. Место будет вот это. Все, идем, значит, к панам. Будем помогать ей. Ее местью. О, тут тусня. Тут тусня в разгаре. Кочевники отдыхают. Так. А ты в стороночке стоишь, как обычно, значит, да? В общем, тут что-то с Сэмом произошло. Это главный кочевников. Ви, спасибо, что приехал. Ну, рассказывай, что у тебя? Духи схватили Сола. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Сола. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Так, кочевники должны помогать друг другу.
Ну да, но я-то не кочевник. Да что с тобой? Потому что мы чумбы, да, мы кенты, давай. Само собой, панам. Мы же друзья. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Не бойся, переживу. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле. Плюс получишь уважение Альдекальда. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли, меч по дороге объяснит, что к чему. А, пошли. А где меч-то, собственно? Мухи летают. Панам и Ви, что творится-то? Чё такое? Он вернулся? После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Солу крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведёшь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Да. Альдекальдос. Чё-то как-то здесь... Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты Иховато. На минуту. О, новая мадам, новые люди. Отлично. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. Так что не уёбайся, блин. Так, ну чё, стоим-то? Опереться на машину. Как на неё опереться, блядь? Во. Ну что, как будем действовать? По-тихому. Открытая атака — это самоубийство. Мич уже занялся разведкой. Ты проберешься в лагерь духов, а я тебя прикрою. Минутку. Ты предлагаешь нам идти вдвоем? А вы-то что, остаетесь? Да ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. А не переместимся еще глубже. Поэтому мы делаем то, что сказал бы Сол. Да, терпеливо ждем и собираем силы. О, Мич! Мич! А вот и Мич. Здорово, Мич! Как сам Мич? О, привет, Ви. Привет. Я запустил дрон над лагерем духов. Это прямая трансляция. Можешь посмотреть? Давай. Глянем, что там. Поглядим, что там. Много их там вообще. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Ну, вон вижу один проломчик. Видишь там следы? Угу. Вижу, вижу. Машины ездили, значит, тут. Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Ну, нагружены, очевидно, пленниками. Так, а что такое? Просканировать следы шин. Так и я ж это... Просканировал вроде, не? Может, они везли технику. А может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Да, без проблем. Вон он, грузовичок, стоит. Похоже, Сола держали здесь. Так, беги вот. Бегемот это у нас. Грузовик, полный привод. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой.
Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Да, людей не так тут и много, как казалось. А вот эта будка непонятная закрыта. Может, там пленники? Не, людей не слишком много, можно это просто... Переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Так, переход, вот он и ворота есть. И глушитель наше все. Я думаю, мы будем здесь глушителя убивать четко. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Да, едем уже. Да, едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Что там? Что за фургон? Мы таранить, что ли, будем? Это он? Нет. Мощная работа. Скорее, мощная импровизация. Ну, это все, вот что он. У нас есть. Ну, я на таком катался. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставят. Это, короче, суперсимулятор какой-то нам дают. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, поеду. Да, конечно. Двинули. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Вот так вот, напрягают еще. Я думал, придет, можно будет проебаться чуть-чуть. Посидим, почилим, ну да ладно. Так. Дороги тут нету, надо ехать по всем ухабам. У нас тут даже радио есть. Ну так включай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не хотел. Я надеюсь, ты не взорвешься. О! Отлично. Так, другая станция. Вот она, дорога, ура. 2 километра. Ну ничего. Под музяшку весело будет. Свет нормально поставим, а посигналить можно. Вау, 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 вау. Ух ты, а там что такое интересное? Солнышки светят. Ого. Там что, пробка что ли? А, они все исчезают, ладно. Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого. Ого. Но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но... Он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Алло, вы посмотрите, какая там буря или что это, пыль стоит столбом, это что такое вообще? На себе! Ты видишь? Да вижу давно. Это будет буря, так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Все, я на позиции. Вижу тебя хорошо.
Так, ты на позиции, и я тоже на позиции. Сейчас я только глушачок нацеплю. Вот, отлично. Он нас урезает там 10% урона уже. Просто тупо выломали. Ой, хорошечно, хорошечно. Так, главное теперь никого не спалить. Ну как не спалить? Точнее, не спалиться ни перед кем. Так, что ты делал? Так, дальше, дальше. Нам нужно в гараж. Опа-на. Так, а это что такое? Это что за место? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Как нам отсюда выбраться-то? Вот, вот, замечательно. Двойной прыжок решает. Так, а вон еще кто-то... Да, о, все, выскочили, блин. Забаговано какое-то место. Так, тут какие-то шмотки лежат. Так, нет, это я не могу перепрыгнуть. А что ж делать-то? Я что-то не понял. Вот вообще не пойму. Проход сюда есть, а отсюда нет. Ай, дурачок, дурачок, слепошары. Так, это у нас получается гараж. Через гараж мы можем попасть в главное здание. Там есть переход. Тут они устроили гараж. Его хорошо стерегут. Судя по охране, у них там должно быть что-то важное. Может, даже доступ к системе безопасности. Так, доступ к системе безопасности. То есть ты намекаешь на то, что можно отключить всю систему. Все камеры, все-все-все. Ну, наверное, так и сделаю. Сейчас мы только сразу отсюда все заберем. Все, что плохо лежит. Так, документация хруст. Пойдет. Документация — это хорошо. Документация — это значит, что мы сможем делать такие шмотки. Делать их и продавать. Делать и продавать. Делать и продавать. Все, все, изи будет. Так, это что у нас? Ворота. Это главный тип ворота. Нет, нам сюда не надо. Так, о, шоколадка. Еще шоколадка. Так, вот здесь. Я что-то не по... Так, тихо-тихо-тихо-тихо, кто меня спалил? Блять, там снайпер сидит. А я его отсюда не сниму. Блин, может... Пригни голову пониже и бегом вперед! Где-то там они должны держать Соло. Ага. Осторожно, в этой башне сидит стрелок. Давай не будем все усложнять, выходи! Да чё выходим? Меня ж не спалили, алё. Ага. Так, мы это забираем, тело поднимаем и перетаскиваем. Блять, да куда ж тебя спрятать-то? Да похуй, валяйся, блять. Ну, е, бросить. Так, здесь никого нету, да? Хорошо, типа, блять, я думал, компьютером можно воспользоваться. Чё за... Хрень. Да. Так, ладно. Двигаем вперед. И бабосики все подбираем. А когда найду,
Берегись паралина. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Так, собрать информацию о Соле дополнительно у нас появилась. Ты чё, тупой? Пиздуй отсюда! Так, ты как меня видишь-то? Я ж, блядь, тише воды, ниже травы. Так, сохранимся на всякий случай. Да выходи, не стесняйся! Так, а там, по-моему, что-то дорогое было. Ты чё, тупой? Пиздуй отсюда! И этого тоже забираем. По-тихому на стелчах, на стелсичах тех забираем. И евро-доллары тоже подбираем. Можно было аккуратнее. Найди Соло и выведи его оттуда быстрее. Так, тихо, он меня... Он даже не стрельнул. Ого, ого. А чё так резко-то? Чё так жёстко-то? Ну, алё. Так, загружаем опять. Ладненько. Попытка номер два. Хорошо, что мы недалеко сохранились. Да выходи, не стесняйся! Нас никто вроде не видит. Вон я вижу, лежит что-то, блядь, секретное что-то, блядь. Ты чё, тупой? Хорошее. Отсюда! Так, и вот он. Давай, 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 давай. Можно было аккуратнее. Найди Соло и выведи его оттуда. Блин, опять не получилось. Не попал чуть в голову. Так, ладненько, тогда мы что делаем? Мы берем, снимаем глушитель и начинаем просто выносить всех. Так, и так будет с каждым. Так, все, он сгорел. Тихо, тихо. Минус. Ну, на самом деле, позиция у нас вообще огонь. Если к нам все тупо будут идти, то это классно. Это победа. Так. Так, мне нужно локальную сеть выключить. Захватить удаленно. Камеры. Листаем камеры, значит. Так, Сол, где он? Не тут. Так, не тут. Вот он, Сол. Сол Брайт, снайпер. Так, ну, хорошо. А в какой мы части? Так, ладно. Я тебя найду, брат. Сола нашли. Так, надо захильнуться сразу. Так. Редкий предмет мы будем забирать. Редкие. Ух ты. Так еще это и маска, ёпта.
которая выше. Ой, он фиолетовый, блять. Я туда хочу, я туда дойду. Так, сколько? Ты один здесь? Чё-то как-то слабо, причем совсем. И я думал, посложнее будет. Так, о, да пистолет какой-то. Новый револьверчик, похоже, у нас будет. Ладненько, возьмем. Потом заберем, посмотрим, поизучаем его. Всю херню забираем сразу. Нам в хозяйстве все сгодится. Ого. А, гранатку. Я же пачки порву. Так, минус. Ой-ой-ой-ой-ой, кто это еще стреляет-то? Ого, зря я, наверное, сюда вышел, да? Ой-ой-ой, снайперюга сидит. Блядь. Попал, падла, попал. Так, ладненько. Ну, вот, отлично. Так, камеру снимаем. Прячемся. И справа, и слева. Так, всего 5 врагов у нас. Это эти, блядь. Умные автоматики. Так, тихо, пилимся. На рожон лезть нельзя. Так, минус. Так, минус. И с этой стороны остались. Тихо. Алло, эти умные пушки что-то... Они прям как волнами бывает. Как, блядь, раз, хуяк, и прилетает сразу много. Так, ну вроде все. Вроде всех. Сразу их надо залутать. Так, а это у нас разрушение. Плита, если что, была целая. Все плиты, они целые. Вон, ну, разлетаются куски от нее. Дырка от пули остается вообще четко. Мне нравится. Я одобряю. Я ставлю 10. Так, где тут? Кто еще был? Так, камера. Снимаем. Так, ладненько, пойдем за Солом. Я думаю, скорее всего, если здесь что-то есть ценное, то только здесь внутри. Да ничего, там какой-нибудь, либо еще какая-нибудь херня.
Эта пластинка здоровая, непонятно лежит. Ну, как-то так и проебались. Так, вниз, это подвал. Ого, блядь! Здрасте, блядь, я ваша тетя. Так. Так, убил. Все нормально. Выскочили они, конечно, очень неожиданно. Так, тут... О, еще маечки, отлично. Лутаем, забираем все. Оставлять ничего нельзя. Блять. Пана. Тут девушка. Мертвая. Ее выпотрошили. Вынули, похоже, не только имплант. Ёбаные стилеты. Городок на выродке. Ничего святого для них нет. Да, блядь, они какие-то ебанутые, блядь. Блин, вот с имплантами ходить, это, скорее всего, как с телефонами в нынешнее время. Типа, блядь, пиздец опасно. Ну, все, конечно, зависит от региона, от страны, от людей, в общем. Кто тут еще очень неровно лежит? Так, компьютер подключи. Подключимся к сети. Так, файл не то. Нужно. Клиники нужно. Любые конечности, гнезда для чипов, процессоры, биоадаптеры. Целые. Оптика исправная. Экзоскелета. Охереть, ебать. Клиники. Это клиники все искупают, блять. Это просто пиздец. Вот это сквозняк какой-то, блядь, серьезный дядька. Так, это не туда, вот он. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо, хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Ты принес мне чертову сигару. Вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Пойдем. Свинья ждет. Ну чего? Вот как он? Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь.
Я еду за вами. Как-то он быстро слишком стартанул. Подожди, подожди, не надо так торопиться. Я что-то это... Ого, блядь. Да что за пиздец? А почему ты стоишь, блядь, алло? Блядь. Хух. Че он стоял-то, блядь? Живой. Вроде да. Хорошо, хватай его и сваливайте оттуда. Так, это что? Так, документация на пушку, евро, доллары, сейчас. Так, кан нахуй сигары. Вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Да, да, я тот наемник. Так. Пойдем. Семья ждет. Ну чего? О, как да. Он? Теперь можем и потанцевать. Вообще Жить четко. Будет. Завелся. Да, я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Убирайтесь оттуда. Я еду за вами. Так, а че такое? Блядь, дедуля, чё ты ходишь, блядь, алло? Так, выбираться отсюда. Может, здесь можно выбраться? Сейчас мы тебя выведем. Иди сюда. Ну ты где, блядь? Вот, отлично. Блин, это получается, можно было бы вот так вот пройти все задание, значит, да? Ого. Ого, блядь, вот это буря. Ой-ой-ой, тихо, блядь. Чуть не сбило, блядь. Так, а как запрыгнуть-то? Чё за хуйня, ебать? Как запрыгнуть, блядь? Кузов, блядь. Нету буковки F, блядь. Или надо ждать соло. Вот. Залез. Вот. Ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. У нас есть очки характеристики способностей. Что? Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Так, вот давай я постреляю, чё. Надо скинуть хвост! Блять, кто там ломится-то, блядь? Ну, все, хана двигать. Заткнись, Сол! Хвост же я из него не выжму! Сделай что-нибудь! Вперед! В атаку! Приготовься! Да я всегда готов, ёпта! Антикайто! Ай, вот это вот, да, это... Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Блядь, больно! Ты хочешь меня угробить? Альдекальдо! Альдекальдо! К чему ты это орешь, блядь? Ну все, хватит меня! Ой, бум! Это их задержит! Есть! Мы их сделали! Ха! Молодец, хвалю! Даже я не справился бы лучше. Спасибо.
А вообще-то это я всех замочил. Так, ну и что дальше? Едем переждать бурю? Блин, ну ты, дядька, конечно, суровый. Я на ремень, если что, смотрю. Вот, это ремень. Разглядываю ремешок. Так, нам долго еще ехать-то? Кстати, буря прошла, да? Или буря только там была, типа? Красная гряда, что новая быстро? Зона. Блядь, что у тебя с оружием, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли быстрее. Мне надо передохнуть. Так, ну значит сейчас будем включать музыку и сидеть отдыхать. Нет, музыку нельзя включить. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Так, и чё? Придется тут ночевать. Да давай. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Так, выключатель. Вот он есть, выключатель. Тут, кстати, станция Анил. Индолсы, похоже, торопились уехать. История нашей борьбы, да, ладно, потом на досуге почитаю. Ага, просто шикарная. Так. Продать землю или... Это твои догадки. Угу. Отвернуться от зеркала, что-то оно какое-то не очень. Экскаваторы так и не приехали. Толку-то от этого предложения. Все сделки с корпами кончаются ничем. Давай сейчас не будем. Так, где включить электричество? Вот он, щиточек. Ого, рабочий, у нас есть свет. Ебать, ты шустро это сделал, блядь, даже не спросил, че куда. А, ну я ж по идее техник. Ого. Блядь, что это за место? Так, ладно, идем к своим. Ну чё, девоньки и бабоньки, телека не будет? Чёрт, холодает, однако. Ебать, да пушку спрячь, блядь. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи, пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Чё, блядь? Что-нибудь еще, ваше высочество? Дай подумать. Если Сол задубеет до смерти, на этом наша дружба закончится. Ебать ты, блядь, какая-то стерва, блядь, отвечаю. Ладно. Ох, блядь, ёп. Пернотеатр, блядь. Тут, блядь, ветерочек чуть-чуть дует, блядь. Ну, кстати, видно его только в 10 метрах от меня. Выглядит это забавно, конечно. Но буря знатная. Все, идем обратно. Так, провода все целые, да? Вроде все целое. Так, а чё у меня отнимается постоянно? Неужели ХП? О, всё. Ну чё, работает? Ну вот, видишь? Вижу, вижу. Срок благодаря мне. Срок годности истёк ещё до прошлой войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везёт. Везёт? Я бы сказал по-другому. Нас ждёт проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Ты пушку-то спрячь, блядь. Этого нельзя было допустить. Че это было, блядь? Они хотели знать все.
Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стал бы... Сейчас не время спорить. Вы оба вымотались. Может, ты и права. Мысли, блядь, права. Алло. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Я согласен с Панам. Идея довольно-таки дерьмовая. Спасибо. Да что ты можешь об этом знать? Помнишь бакеров? Очень смутно. Вот именно. Они стали частью змеиного народа, а потом раз и исчезли. Сила Альдекальда всегда была в независимости. Если вы от нее откажетесь, то в лучшем случае повторите судьбу моего клана. Биотехника — это вам не змеиный народ. Спасибо, Ви. Прямо все раскидал как надо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримил. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Классное слово, правда же? Хабуб. Заебись слово, ебать. Как он под конец, ебать, пробежался, ебать. Блять. Вау, что это было? За хабубы. Да! За хабубы. Ой, высокооктановая хрень. Рассказывай. Я до сих пор не могу привыкнуть. Ага. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Ну это что такое? Ну и денёк. Без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви, слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями. Я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Чё? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выйти. С хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. Что за чинук, блять, еще? От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния».
Желаю вам, леди, приятных сновидений. Спасибо, блядь. О, блядь, а где все? Радио заработало. Блядь, и записки никакой нету. А чё за what the fuck? Так, выход, вот он выход. А, вот. Смотрите, кто живой. Привет, нормально спалось? Вообще заебись. Молодец, Ви, налёт по всем правилам. Даже не спрашивай, в следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Ты должна остаться. Ты это сама понимаешь. Никто из них этого не скажет, но ты им сильно нужна. А как же иначе-то? Пойдем. Куда? Здорово, ребят. Ты поддержал меня вчера, когда мы говорили. Поговорить. Знаешь, почему я люблю читать? Только литературный вымысел помогает найти в этом мире что-то разумное. А я понял, дедуля. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я. Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Вот. Береги ее, она мне хорошо послужила. А, вот это пушка, вот это пушка. Где у нас? Где моя снайперка? Так. Она у меня стоит-то? Ну да. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно. Спасибо тебе еще раз. Ты все, погнала? Ну давай. Погоди, насчет прошлой ночи. Слушай, давай лучше не будем об этом. Я просто не хочу так. А как ты тогда хочешь? Как-то вот так. И все, что ли? Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. В других обстоятельствах я бы сказал тебе, езжай за ней. Но сейчас ты только глянь на нее. За такими девушками нелегко угнаться. Можно только надеяться, что они сами тебя подождут. А тебе-то что? Не знаю, может что-то вспомнилось. Неважно. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации. Да, давайте двигаться обратно. И, скорее всего, мы продолжим уже сюжетную линию и поедем до Такэмуры. Такэмуры на этом модном мотоцикле.